Это мы сейчас в лифте. Привет. Заехали мы на 9 этаж, а нам надо на 8. Сейчас мы покажем номер наш на Черное море. Отель на Пантелеймоновской, город Одесса. Все. Мы, значит, идем сейчас на 8 этаже. Вот здесь вот балкончик. Заходим. Это балкон 8 этажа. Вот так тут, вот такая вот тут красота. Да. Ой, как красиво. Кстати, вы знаете, что вот через эту стенку наша комната. Наша комната, да. Сейчас мы покажем. Вот такая вот красота с 8 этажа. Отель «Черное море» на Пантелеймоновской. Это возле привоза. Прям, на, можно сказать, на привозе. Сейчас мы закроем балкон. Так, вот такой вот пол. Висят вот здесь картины. Красиво. Еще один балкон? Да. Здесь фитнес-центр, гриль-бар. А, это там крыша. Церковь и крыша. Но на крышу мы не пойдем. Ну, хотя крышу я могу показать, как здесь красиво. Тут у нас номера. Да, здесь крыша. Там вдалеке церковь. Пойдемте, я буду. Сейчас покажем номер. Тут у нас номера. Тут у нас, как бы... От 829-го. Заходим сюда. Кстати, вы знаете, что в нашем отеле есть там разные ресторан. Кафешки. Угу. Ну, все такое, разные магазины. Это очень красивый холл, там вверху ресторан кушать. Но мы сейчас покажем отель. Настя, мы номер сейчас покажем. Хочу показать. Так, где наш номер 800? Смотрите, как красиво. А давайте зайдемте туда. Нет, давай ты покажешь ключик. Какой нам дали ключик? Вот такой 82-й. 802. И вот такой без ничего. Да, вот Настя сейчас приложит. Закрывается, но просто так. Да, закрывается просто так. Вот так. Оп. И все. Включаем свет. Это там надо закрыть вот так. Вот так. Здесь вешалочка. Вот такая вот вешалка. Здесь стремпеля. Вот зеркала. Да. Вот зеркало прямо здесь. И тут еще... Номер просто божественный. Ну, Насте очень понравилось. Включи свет в зале, ну, в комнате. Вот, смотрите, здесь такое креслечко. Кресло. Здесь такой столик. Кстати, нам дали ананасик. Ананасик, пепси. Да, бесплатно. Разные пепси, вот тут ледяного. Зеркало. Давайте включим телевизор. На красную кнопочку нажмем. Плазменный телевизор. Вот здесь кондишн. Да, кондиционер. Потолки, кстати, очень высокие. Две шикарные кровати. Это... Окошко здесь вот такое вот маленькое. Да, я же говорила. Да. Ну, это мы выглядывали на балкон. Вот такое вот здесь. Да, красота какая. Тут столик журнальный. Да, я могу здесь лежать прямо. Вот две кроватки, тумбочка. Ой, а ну, включи светильнички. Давайте. Кроватки вот такие вот. Так, вот эта лампочка у нас есть. Вот а ну включи все свет. Вот эта лампочка, это моя. Это что-то у нас включилось. Это вот эта лампочка. А ты весь свет включи. Так будет светлее. Не, не выключай. Все. Хорошо. Так, это там выключается. А, выключается. Да. И вот это твое. Да, вот такой вот номер. А, мы еще покажем. А, везде ковровое покрытие. Вот. Настина единорожка. Вот, телевизор почему-то Настя не включила, видно, у нее ничего не вышло. Кстати, очень много розеток, я вам говорю. Вот тут розетки. Ага. Еще вот тут 3, 6, так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 розеток. Вы представляете, как много розеток? Это круто. Да, когда вот розеток много, это вообще хорошо. Так, ну еще надо пока. А, еще стульчик вот такой. Да. И вот тут тумбочка. И вот тут. Ящичек такой, да? А, холодильник, наверное, есть, да? Или нет? Нет. А ну подожди, должен же быть, по идее. А, вот а ну давай посмотрим. Нет. Это странно. А это что у нас такое? Я думала, здесь должен. А может, там холодильник? Нет. Хорошо. Так, мы сейчас покажем туалет с ванной. Ладно, никогда. Вы его еще не видели, туалет.
Вот тут такие вешалки, да. Я вот такая плиточка. Красиво так. Ванна. Да, ванночка туда. Ну просто кабина счастья. Вот такой вот номер. Туалет. Вот такая вешалочка. Ой, она теплая. Это полотенцесушитель, да. Конечно, тепленькая. Это что-то сушит. Тут вещь. Мыльца. У нас его кабинка, конечно, но ничего страшного. Тут у нас ревизор. Чисто. Чисто, да. Новый кран. Вот так вот. И полотенечко. Да, полотенце тут. Ну что же, пойдемте дальше смотреть коридор. Даже, ну, одна туалетная бумага, правда. Да, ну не беда. Ну все, вот такой вот. Пойдемте посмотрим номер. Коридор. Мы же уже смотрели. Нет, да. Ну, в общем, вот такой вот номер. Номер недорогой. На двоих человек стоит 800 гривен. Все, всем пока. Пока.